еще какое-то здание. С вот этого вышел. С клуба. Штаба. Туман он. Вот тут еще какой-то. Трехэтажка. Голубая ель. Дождь вроде перестал, туман упал. Вот тут здание, тут подстанция. Все, лесом заросло. Интересное оформление. Вот такие обычно санчасти находятся. Бендежки. Вот она. О, ботинки разные. Один берц, другой берц. С номером. Муж и склад. Кирилась, какое он длинное, да. Думаю, оно маленькое. А это кухня, наверное. Сверху потолок упал. Ну, переключусь на себя. Столовая, наверное, кухня, столовая. Пойдем дальше. Ну вот такие потолки деревянные. Как они сгорели, хер знает. На полу шифер. Прикрытие. Это, наверное, офицерская столовая все-таки. Маленькая. Какой-то помещенец хозяйственный. Раздача. Показывал. Бля, потолок упал. Блин, безопасно пойти. Спаси Господи. О, по вашему потолку ухожу. Вот она, столовая. Потолки вроде целые. Ну да, знакомое помещение, солдатская столовая, окна раздачи, посудомойка, потолки какие. ДМБ-2012. Недавно все было. Ну, котельная там из окна вижу. Ух! Астрахань. 10712. ДМБ-2012. Народное творчество. Зальдатское. Столовая не очень большая, на 100, на 200. Дождь опять пошел, шумит. Сейчас пойдем туда. На выход, в котором солдаты сюда ходили.
еще эффект откладывал. Вот. Липецк 1011 НЛМК ДМВ ДМЛ. Свинья какая-то. Раздевалка, может, выхода нету. Странная система. Ростов 2011 ДМБ. Пойдем на выход. Незабываемые армейские туалеты. Хорошо, хоть если так и перегородки какие-то есть. Не перегородок. Типа два кирпича и дырка. Вот этой столовой. Три кабиночки, то неровные. Это большой. И это большой, посередине маленький.